В ночь на четверг городские автоинспекторы гонялись по дорогам за шоферами поливомоечных машин, которые накануне заморозка решили вымыть проезжую часть. Для полицейских такая забота о чистоте дорог сродни красной тряпке для быка. Выливание воды на проезжую часть при отрицательной температуре – прямое вредительство, а не забота об облике города. Искусственное создание гололеда в промышленных масштабах – так правильнее было бы назвать ночные рейсы водовозов. До того, как выполняющих распоряжение начальства водителей автоцистерн отыскали и остановили, они успели обработать улицы Широнова, Слободскую и частично Ленинградскую. Сами уборщики никакого криминала в морозной мойке не видели. Дескать, вода заливает только часть дороги, да и то возле бордюра. Страшно, что ли, гололед или что сделать? Ну, конечно, автомобилисты. Сейчас, через час мы поедем домой, все уже. То есть вы еще будете час поливать? Нет, дороги? Нет, все уже, все. Начинает подмерзать, например, мороз, мы уезжаем домой. Этой ночью автоинспекторы наказывать уборщиков не стали, ограничились устными предупреждениями. Обещали, что в следующий раз за механизированное вредительство будут штрафовать. С места происшествия Сергей Полуэктов, Татьяна Шамбурова и Степан Симонов.